Мастера слова. В Дербенте прошел первый фестиваль изгинской прессы. Издания представили свои стенды, каждый из которых некая экскурсия в историю редакции. Можно было увидеть газеты, фотографии разных лет и архивные документы. В ходе форума обсудили актуальные вопросы по развитию лезгинской журналистики, родного языка, культуры, были обозначены пути решения некоторых проблем. В рамках фестиваля состоялась также церемония награждения. Наиболее отличившихся авторов отметили почетными грамотами и наградными знаками.